Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый осенний сезон, который продлится с 24 по 31 января. На острове Fortune Island вас будет ждать 3 сезонных чемпионата и 1 сезонная выходка. За первое место против Древатаров уровня эксперт во всех трех чемпионатах вы получаете 3 призовых игры. И наконец-то сами чемпионаты обновились, что не может не радовать. На основном острове вас будет ждать 4 сезонных чемпионата и 1 сезонная выходка. За первое место против Драйватаров уровня эксперт в суперспринте в Гриндейле вы получаете призовую игру, 20 тысяч кредитов и автомобиль Mercedes-Benz 280 SL. За первое место против Драйватаров уровня эксперт в осеннем чемпионате сообщества вы получаете 20 тысяч кредитов, быстрое сообщение лады начальник и костюм в форму патрульного. За первое место против Драйватаров уровня эксперт в спринте у водохранилища Дэруэнд вы получаете 20 тысяч кредитов, призовую суперигру и быстрое сообщение «Наплевать на шансы». И за первое место против Драйватаров уровня непобедимый в командном спринт-кроссе у водохранилища Дэруэнд вы получаете серый гоночный костюм. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Амбиции». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution 6 серии 99 года. А все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Крутой парень». Для его выполнения вам понадобятся скоростные участки. А потребуется от вас получить суммарно 12 звезд за эти участки. Следующее испытание называется «Красные против синих». Для его выполнения вам понадобятся заезды грунтовой серии, на карте они выделены оранжевым цветом. А потребуется от вас выиграть 5 гонок в грунтовой серии. Последнее испытание называется «Чемпион ралли». И здесь все просто. Вам необходимо накатать 10 миль по дорогам на своем автомобиле, что эквивалентно 16 километрам. Кстати, факт, двойная магистраль примерно 9 километров в длину. Ну а мы переходим к наградам. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Одежда в этот раз легендарная, это синий мотосвитер и синие мотоштаны за 75 очков. Также здесь можно купить легендарный автомобиль Porsche Cayenne Turbo за целых 600 очков. Ну и главный приз за этот форзафон — это Lamborghini Aventador Forza Edition за 400 очков. А на этом сегодня все. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 31 января. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!